Поесть горбаты, горбаты. Опа, ай, горбачок. Пойдет, братан. Ну с почином чё? А то вчера облавливал там, а пойдет. Пацаны, горбаты всегда праздник, особенно на рассвете, по-любому. Пойдет чё? Нормальный горбачевский. Горбик, конечно, не совсем прям зарядлый, но тем не менее, как говорится, рыба. Дальше больше. Но здесь окуневая точка конкретно, да, брат? Да, окунь идет. Вчера Кабася конкретно таскал здесь вот таких вот хлопцев. Сегодня будем горячего копчения делать. Поехали. Палка, пацаны, вот, Россивод, Алиэкспресс. Опа, есть, прям под лодкой. Прям под лодочкой. Эх, нет, окунь. Думаешь? Да. Ну, либо мелкая совсем. Не, горбатый. Горбатый, блин. Да. Палочка прям вообще. 5 тире. То есть, сколько у нас здесь? 0,8-5 грамм. Ну просто вообще красота. На окуня прям вообще, прям от души вот таких горбатых таскать, братан. Вижу, вот второй такой же красавец. Вертушка. Вертухан работает. Рабочая тема, сами знаете, как на вертушку ловить. Что щука, что окунь. Вот такие красавцы долбят. Прям вообще приятно. Ну и палочка, конечно, нежная, прям вообще. Окуня, милое дело. Алиэкспресс, заказывайте. Проверенная тема. Такой пик. Перспективное местечко. Тишина, гладь. Я думаю, отсюда пустые мы не уедем. Сюда ее. Давай, 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 вовнутрь. Ух. О, видишь, а ты собрался выплывать. Ну, только вот. Ну вот, что ты, блин. По 3 раза. Пойдет? Пойдет. 500 грамм. Угу. И то весело. Правильно же? Все, да. Ну. Считается. Снимай в блесну, держу ее. Просто вытаскивай. Выплываем или покидаем еще? Покидаем. По-любому, да? Че, на второй раз его, да? Да, конечно, что ты, нормально, а что ты? С почином, наконец-таки. Ты же хотел щуку увидеть. Ну, это, конечно, не 3-килограммовая, но тем не менее. Ну что, родная, давай. В следующий раз, чтоб обязательно мамку. В этот раз, я так чувствую, ты нам ее не преподнесешь. А в следующий раз давай обязательно мамку нам. Давай. Всего хорошего. Короче, трофеем что-то не попахивает. Ну, кабан вообще творит чудеса. Вообще нормально, вижу. Ну, сюда как, короче, блесна. Размером такого же, блин. Вообще базара нет, да? Пацаны, это Вячеславское водохранилище. Вот такие тут плавают трофеи. Давай, дружище, батю зови. Call me a call. Call me a-
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Мелкий огонек на полчаса. Оставляем эту красоту. Ну что, прошло у нас полчаса. Посмотрим, что там у нас получилось. О, по красоте прям. Есть же базара нет. Ну вот, готовили, как говорится, на березе. С того, то, что было, на тех щепках и готовили. И отлично получилось. Проверим на вкус. С пивом, думаю, залетит за обе щеки. А мы тебе приготовили железную чашку. Ну вот и все, ребята. Рыбалка наша подходит к завершению. Сворачиваем лагерь. Выезжаем домой. Вячеславка не шибко нас и порадовала в этот раз. Отдых, конечно, здесь замечательный. Но рыбы как таковой. Второй раз приезжаю на эту точку, нету. То есть погода, жара, не знаю что, люди плавают тоже. Особо так никто не ловит, никто не хвастается. Вот. Мелочь, мелочи много, с берега видно. Окушки, другая рыба. Вот. Ну, удалось поймать, тем не менее, не без рыбы. Так что, друзья, в следующий раз, думаю, будет лучше. Ну, как-то так, отдых супер, рыбалка как получилось, так получилось. Сами знаете, на рыбалку едешь. Не за рыбой, а, как говорится, за душевным покоем, за отдыхом, за вот этой вот атмосферой. Людей очень много, сегодня все купаются. Вот, тоже покупали сегодня мы. Порыбачили, 5 часов, как положено, встали, но, увы. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал. Всем удачи!